Итак, у нас на ремонте швейная машинка «Чайка», но на примере этой швейной машинки покажу решение проблемы, одной из частых проблем. Не захватывает нитку. Вот здесь видим, что нитка в шпульке есть, и когда, не знаю, видно или нет, ну вот она тут есть, значит, прокручиваем и не захватывает нитку, как видим. Еще раз вытаскивается и не петляет, не захватывает нитку с нижней стороны. Как решить этот вопрос? Несколько может быть причин, одна из которых сейчас покажу именно на этой. Она простая, ее можно легко увидеть, эту проблему. Вот, если я так положу, убираю все, что здесь есть. Здесь так откручивается механизм. И вот если снять и эту часть, то можно увидеть суть, собственно, проблемы. Смотрите, когда я подвожу иголку, сейчас попытаюсь лучше показать. Ух ты. Угу. Немножко уменьшу. Смотрите, когда начинает заходить челнок, он слишком низко. Видите, сначала игла опускается вниз, потом она поднимается, а челнок не успевает захватить, нитка слишком высоко уже оказывается. Значит, причин может быть несколько в такой ситуации. Одна из причин, видите, он когда опускается, опаздывает. Нитка уже поднялась, и он мимо проходит. А он, получается, должен немножко раньше зайти и схватить нитку. На той стороне есть нитка. Но иголка успевает выйти выше челнока, и он не успевает захватить. Значит, причин такой ситуации бывает две. Одна из них, поставили более короткую иголку. Но я проверил, здесь иголка нормальной длины. Вторая проблема – это опущен сам механизм. Получается, что вот этот держатель иглы нужно опустить. Сейчас с этим займемся. Для этого нужно открутить крышку. Откручиваем здесь, ну, в разных машинках по-разному. На советских такая система стоит. Откручиваем два винта и добираемся до механизма регулировки этой лапки. Значит, как же опустить эту двигающуюся направляющую? Опускается она вот здесь. Необходимо открутить вот тот спрятавшийся винтик и это оставить на месте, а сам шток немного опустить. Но это он хоть и двигается немножко, но не выходит из вот из-за этого вала. Его нужно отверткой вот туда попасть. Для того, чтобы его дальше отодвинуть, необходимо открутить вот эти два винта. Вот эти два винта. И тогда
эта лапка может отойти дальше, и мы доберемся до того винтика. То есть все так как-то не очень просто. Ну, собственно, швейной машинке и не должно быть все просто. Это не стандартная регулировка. Почему так произошло, сложно сказать. По идее, должно было быть все намного лучше. Смотрите, я открутил, и теперь я могу выдвинуть, и у меня есть доступ к этому винту. Ну, значит, смотрите, раз у меня появился доступ к этому винту, то я могу его открутить и вот эту штуку оставить на месте, а сам шток несколько опустить. Оп, это много было, вот так. Ну, вот так. Ну, здесь методом тыка. Значит, смотрите, было где-то вот так, я опускаю на 2 миллиметра. И нужно проверять, как это будет, чем все закончится. Затягиваю назад. Хорошо. Причем затянуть надо хорошо, потому что ситуация могла произойти из-за того, что ударилась игла об станину и сдвинулась, если было, допустим, или часто это делал, ударялось, и шток в соединении просто выдвинулся. Машинка старая, теоретически это могло произойти. Ну, собственно, и теперь смотрим, чем все закончилось, помогло ли. Смотрим также, но для того, чтобы посмотреть, надо назад закрутить эти винтики на место, которую мы предварительно откручивали. Закручиваем и проверяем, чем все закончилось. Тут есть один большой-большой нюанс при закручивании этих винтов. Смотрите, необходимо выставить здесь вот это вот лево-право горизонтально. Вот так вот горизонтально выставить вот здесь вот одну с другой. И, как видите, несмотря на это, у меня иголка ушла далеко в эту сторону, потому что ее как раз вот этими винтиками надо отрегулировать правильно. Значит, придерживаем вот эту планку в верхнем положении. Вот так ее отталкиваем. Иголку ставим при этом в среднее, вот в среднее положение. Видите, вот там иголка как раз по центру должна стоять. И в таком состоянии прикручиваем винтики, чтобы при ровном здесь иголка не уходила в сторону, а вот ровно становилась там. Ну, если за несколько этапов можно это сделать. Ну вот у меня получилось, практически ровно заходит посередине, плюс-минус. Остальное можно вот этими штучками лево-право выровнять. Все, теперь пробуем, будет ли захватывать шпульку. Для этого ставим на место челнок и смотрим. Так, ну что же, я вот сделал увеличение и смотрим, видите, я при заворачивании видно, что челнок схватывает до, и вот как раз даже видно, что он нитку схватывает. Сейчас я нитку вот натяну какую-то часть этой нитки. Секунду, вот я ее натянул, она тканью будет натянута. Это выпадает, простите. Так, и вот я
Видите, он толкает нитку, захватывает и утягивает. Ну все, теперь можем пробовать, будет ли это реализовано в ткани. Может быть, нужно еще немножко опустить. Ну, тут уже методом проб и ошибок. Но сам принцип вы поняли, что если иголка выходит, то с этим нужно что-то делать. Или удлинять иголку, если вдруг вы поменяли, ну, поставили с какого-то, например, перепутали. Бывают сейчас иглы более длинные и более короткие. Ну, или вот таким радикальным способом можно этот вопрос решить. Так, ну и как все дальше проходит, смотрите, я завожу, схватила, чик, и вот я вытаскиваю нижнюю нитку. То есть, как видим, что такая проблема решаема, решаемая несложно, если только понимать суть проблемы. Я вам объяснил, повторяйте. Это несложный ремонт сложной швейной техники. Нужно понимать суть проблемы. Подписывайтесь на канал, увидите решение многих проблем с бытовой техникой и электроникой несложными инструментами, ну и в общем несложными манипуляциями. Увидимся на канале. Всего доброго.